Погромче. Всем подписчикам привет! Показываю одну вещь раритетную, которая уже 50 лет, наверное. Она называется гимнастические стоянки. Это такой снаряд, который был распространен раньше в среде гимнастов для освоения стойки на руках. Стойка на руках на параллельных брусьях. И для силовой тренировки, типа стойка силы, спичак, стойка силы, согнувшись. Делалось вот такое приспособление. Треугольная, значит, основа, основание, две стеночки. И между ними как бы кусочек от брусов, от брусьев, от параллельных. Они такие овальные, как раз под руку. Очень хороший снаряд, сейчас его не выпускают, а это самодельный снаряд. Я сейчас вам покажу, как его можно использовать до 70 лет. То есть стойка на руках, на гимнастических стоянках в 70 лет. Вы становите его возле опоры и делаете стоечку. Подальше. Вот такой вот. Молодец. Вот такая. Похлопаем. Такая стоечка на руках. Молодец, молодец. То есть удобная штука, да, которая позволяет себя держать в форме до возраста 70 и больше. Спасибо за внимание. Концерт окончен.